Синим должна выступать. Ну и у нас на сегодня, я вам напоминаю, что запланировано 7 поединков. Прямо сейчас мы будем смотреть 6-й поединок. Ну и завершать все это будут спортсменки уже более тяжелой весовой категории. Дарила Шакимова и Наталья Богданова. Ну что, первый раунд. Султангазы Сания, Сакыш Анель. Небольшим фаворитом, конечно, мы видим в этом поединке Султангазы Санию, гораздо более опытным спортсменом, кажется, для нас. Но, тем не менее, это наше видение, а ринг может совсем другое нам показать. Видели мы это уже в предыдущем поединке, поэтому давайте мы далеко не будем заглядывать. Ну, сразу же поджимать Сак Шанель. Очень агрессивная такая манера ведения поединка. Видно, что заряжена. Ну, Султангазы Сания пока еще пристреливается. Просто пристреливается. Пытается контролировать дистанцию. Да, довольно-таки агрессивная манера у Сак Шанель. Ну и вкладывается в каждый удар, обратите внимание. Не пытается именно привычную для нас, да, делать работу, фехтовать, контролировать на джебе, а вот бесцеремонно просто заходит на среднюю дистанцию и пробивает. Интересная, конечно, тактика. Застаивается на месте где-то Сания. Неплохо, неплохо. Ну, довольно-таки жесткий у нас поединок уже с первых же секунд. Да, честно говоря, не на всех внутренних чемпионатах мы видим именно вот такие поединки, где на кону слишком много, да? Да, отлично, вот здесь уже вскрывает оборону Сания. И справа так зацепил очень хорошо. Очень напряженно выглядит Сак Шанель. По нашим ощущениям, конечно, контролирует поединка, небольшое преимущество за ней, но вот ощущение, что Сания еще полностью не включилась. Отлично, да, вот здесь вот, да, хороший апперкот. Неплохая была задумка, левый хук, но он не достигает цели, кстати. Здесь уже в защиту пробивает. Ну и размен. Очень хороший размен. Ну, довольно-таки жестко бьют. Что Анель, что Сания. Видно, что очень хорошо знакомы. Поизучали друг друга. Отлично. Сразу же несколько попаданий. Ну и вовремя разрывать дистанцию. Ну и вот этот левый хук опять-таки достигает своей цели. Время от времени левый боковой вот этот как раз-таки немножко нервирует Сак Шанель. Отлично. И вот опять тот же самый удар, да, выжидает момент и выбрасывает. Более сумбурно, да, как будто действовала Сак Шанель, но да, как мы и предсказывали по ходу уже поединка, да, Сак Шанель забирает 4-1. Только один судья насчитал в этом поединке преимущество Султангазы Сании, а остальные 4 отдают раунд Сак Шанель. На опережение, когда он начинает, раньше он начинает прямо вместе с ней удар, вот в центре. Или тут Кирисалмак, дарежесин делим, дебеси килист, хоть и жоварикин лайтай. Кен желалим чемпионат, кен. Хуан Сяо Вэн, Тайпей выкуля.
Бұл салмақта чемпион атанған еді. Соңғы кенәлем біріншілігінде Қазақстан боқшылары чемпион атан алмады. Финалда Карина Ибрагимова, Ирма Тестаға женіліп, күміш жүлдегер атанды. Ол Балқыбекова қола жүлдегер атанған еді. Надежда Рябіцова, Валентина Хайзова қола жүлдегер атанған еді. Сауыр салмақта Лезет Күмгебаева күміш жүлдегер болған. Келі салмақта бізде әлем біріншілігінде боксшылардың жүлдегер атанбаған біраз бол. 2022 жылғы әлем біріншілігінде де бұл салмақта Хадиджа Баш түркиялық боксшы чемпион атанған болатын. Дина Жоламан қола жүлдегер атанған еді сол кезде. Әйелдер бокс қарқында дамып келеді, әсіресе Азия құрлығында. Үндістан және Қытай боксшылар. Бұл салмақта бұл 4-ші жекпе-жек екенін айтайық. Ширек финалда 4-ші жекпе-жек. Жекпе-жектен кейін жартылай финалға шыққан 4 боксшы анық болады. Еркен жартылай финалда Жайна Шекербекова Ұлжан Зарсенбекке қарсы жұдырықтасады. Сымбатали Асқардың қарсыласын осы жекпе-жек аяқталғаннан кейін анықтаймыз. Жақсы әне шабылдады Сәния Сұлтанқызы қазір. Қызыл бұрыштағы боксшы Сәния Сұлтанқызы. Сабырханды күткен анық жанкүйерлер. Осы бір жарыста, бірақ Сабырханның жасы 19-ға толмаған, Бейбек олимпиада ойындарына бара алмайды. 63-5 келі салмақта. Сол үшін де міне қатысушылардың саны біреуге қысқарған. Ал бізде екінші раунд аяқталды. Есеп 3-2. Үшін тарап тұрып қалды. Сәния Сұлтанқызының пайдасына. Қалай шиеленісті шынмен. Үшінші раунд. Кім жеңеді аз? Ол бұл жекпе-жекте жеңімпаз. Атама. Ну что, на данный момент у нас на карточках четырех судей счет одинаковый, 19-19, и один судья считает, что со счетом 18-20 ведет Тахшане. Получается, да, третий раунд у нас станет решающим. Как раз таки вот эти четыре судьи могут исход решить. Да, вот на карточке одного судьи так или иначе победителем окажется Тахшане. Как минимум троих судей нужно убедить Сания Сұлтанқызы для того, чтобы оказаться победителем в этой паре. Да, очень хорошую работу проделает на средней дистанции Анель. Все-таки темп, который они избрали, дает о себе знать. Да. В третьем раунде заметно подустали. Даже по движениям, по стойке это заметно. Особенно это, наверное, в первую очередь касается Сании Сұлтанқызы. Отлично, есть попадание. Но не развивает атаку.
столкновение небольшое головами, но точного попадания вот в этой ситуации как раз-таки не было. Да, да, понимаем мы прекрасно, что вот функциональная подготовка сейчас дает о себе знать. Ну и небольшой такой борцовский прием применяет Саха Шанель. Выжидает, вытягивает на себя Санина Султангаза, опускает переднюю руку, пытается выставить плечо вперед. Ну и очередной клинч. Ну, честно, не совсем понимаю, зачем сейчас нужен клинч. Ни Анель, ни Саня сейчас не поможет клинч. Отлично. На средней дистанции, где вот такие идут размены, получше смотрится. Санья. Вот с дистанции получается хорошо обрабатывать у Анель. Отлично. Сейчас попадает, проваливает и возвращается уже с контратакой. Полторы минуты до окончания поединка. Уже вот этими оверхендами. Не совсем характерными, да, для бокса. Стало где-то работать Санья. Причем идет в открытую, отлично, насыпает. Анель все-таки функциональная подготовка здесь очень важную роль, кажется, сыграет в конечном итоге. По моим ощущениям, получше в этом раунде выглядит Саха Шанель. Но вот поменьше бы применять вот такие вот борцовские техники, было бы вообще замечательно. Так, поединок завершен. Ждем мы решения судей. Я вам напоминаю, что по истечению двух раундов у нас на карточках четырех судей, извиняюсь, счет был 19-19. Ну и один судья фиксировал 18-20 в пользу Анны. То есть перед началом третьего раунда счет, грубо говоря, был 1-0. Ждем решения судей. Да, Саха Шанель забирает победу в этом поединке. Ну и ждем мы ее в полуфинале.